くだらぬの。身分も家柄もくだらぬ。忠義も真偽もくだらぬ。石田か徳川かなどまことくだらぬ。世が道化型となりかき回してやろうかの。千年先まで世の悪名が響こうが構わぬ。このくだらぬ乱世を壊したいのじゃ。安心とやらそのきっかけを作るやもしれぬの。Сиды весьма успешно ведет кампанию на Западе, но мы, благодаря союзу с Кикавой и Кокбаякавой, сохраним за собой преимущество. Осака, красивейший город, и я с нетерпением жду возможности показать его тебе. Киото, императорская резиденция, тоже близко. В Осаке, ты наконец-то сможешь встретиться с моим господином Иэсу. Подними голову! Правда ли, что твои глаза способны видеть монстров Йокай, что ты можешь поразить их? Напомню вам пословицу, мудрец о чудесах кому угодно не расскажет. В таком случае, с какой стати мне тебе верить? У этого нет никакой силы. Ханзо, неужто ты вправду сопровождаешь этого выскочку? Что ты сказал? Господин Тори, Уильям говорит, что на самом деле это человек лишь двойник господина Иэсу. Почему-то мне кажется, что это не все, о чем вы говорили. И ты хочешь мне сказать, что ранее ты с ним об этом не говорил? Что тут такого смешного? Тише, тише, господин Тори. Мы все знаем мастера Ханзо, а этого человека – его личная рекомендация. Не стоит так сразу отмахиваться от него. Могу ли я поделиться с вами одной идеей? Похоже, Уильям немножко зазнался. Так, всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в Нео. Мы перебрались в новую область, в область Кинки. Так, что у нас здесь? Паучий замок. Говорят, что вроде как после паучьего замка появляется возможность вторгаться в чужие миры, если я правильно понял. Не знаю насчет этого. Так, что у нас еще есть? У нас есть Огриха и битва при мосте Ахаси. Знаешь что, я думаю, что я это оставлю на потом, потому что, если честно, я потратил сейчас... А что здесь? А, это я уже сделал, да. Я потратил несколько часов сейчас на то, чтобы попроходить побочные задания на предыдущей области и... Серьезно, мне очень не нравятся здесь побочные задания, они реально неинтересные, но я все равно их буду делать просто для себя, потому что я хочу, чтобы у меня везде стояли галочки. А пока что давай отправимся вот сюда. Так. Ходят слухи о странных существах, что нападают на путников на горе Сиги. Если это действительно Йокай, нам очень пригодилась бы помощь господина Анзина. Господин... Тори, я лично удостоверюсь в том же, достоин ли господин Анзин нашего доверия. Что скажешь, господин Анзин, поможешь нам? Ну, думаю, что у меня выбор особо небольшой. Так, хорошо, значит, что нам нужно сделать? Нам нужно заслужить доверие на массы, да? Но я даже не знаю... Получается, что, оказывается, все-таки не все могут видеть монстров Йокай. То есть, так, как я и предполагал. То есть, изначально мне говорили, что вроде... Так, слушай, смотри, нам надо, знаешь, здесь нужно вот сразу активировать Кодому. Я уже... вот оно как работает, понятно. Я думал, что всех Кодому, которых мы находим,
Все понятно. Мне говорили, что кодом нужно активировать заново, но это получается для конкретных локаций. Просто когда ты их находишь, их нужно активировать для того, чтобы что? Для того, чтобы они просто были... Я понял. Угу. То есть, если я возвращаюсь на старые локации, то там мне их активировать не нужно. Мне их нужно активировать только если я нахожусь... Слушай, погоди, тут кое-что нужно сделать. У меня появилась одна новая броня, которую я и буду собирать. Хочу вам ее показать. Так, сейчас. Вот она, одеяние гениального стратега. Я просто только что хотел попытаться ее как-то на склад закинуть, потому что я ее могу ненароком продать, разобрать или еще что-то в этом роде. Она, получается, смотри, она тоже собирается из определенных частей, и она тоже среднего класса, и при этом она... дает более хороший модификатор защиты. Короче говоря, и выглядит, кстати говоря, довольно прикольно. Но я, честно говоря, уже очень сильно привык к вот этому, поэтому даже если я одену вот этого дела, я, наверное, просто ее поменяю ей вид на вот это. Хотя посмотрим, как она будет выглядеть в полном сете. Я думаю, что это сет вот как тот гениальный стратег с той провинции носил. Угу. Честно говоря, я уже начинаю... Чем дальше мы заходим, тем сильнее я начинаю... Тем сильнее я уже начинаю путаться во всех этих именах. И кто с кем воюет, серьезно. Я уже начинаю понимать Уильяма, на самом деле. Какого черта? Уильяма понемногу. Я имею в виду, что я уже просто... А, я его. Я понял, я его не добил. Какого черта вы тут такие зверские, я не понимаю. Кошмар. Я только что массу вас таких перебил, но вы не доставляли мне таких проблем. Ну хотя, в принципе, да, новая провинция, стоит ожидать проблем, я полагаю. Надо сейчас брать себя в руки, потому что, серьезно, там было столько заданий, они все были очень однотипные, все были достаточно легкие, и я там расслаблялся. А здесь, походу, меня собираются за это наказать. Хорошо, ладно, будем иметь в виду. Короче говоря, я уже начинаю понимать Уильяма, я уже просто тоже иду... И преследую все в паутине, это смотри. И преследую уже свои какие-то цели, а не яйца. Плохость какая-то. Так, погоди. Эту мерзость нужно убивать вот этим. Да-да-да-да-да. Низкой стойкой, быстрой. С возможностью ударить по полу. Угу. Короче говоря, я уже говорю, что понимаю Уильяма, я просто иду и преследую свои какие-то цели, практически не разбираясь в том, кто с кем воюет. Они хотят, чтобы мы им помогали, но... Липнет и липнет, проклятие! Не могу избавиться от этой штуки! Но тем не менее, оно хоть и липнет, но оно очень плотное, обрати внимание. То есть настолько плотное, что мы можем по этому ходить. Мерзость. Но против них Кусаригама очень хорошо работает. О, кстати говоря, у меня новая Кусаригама, смотрите. Очередная новая Кусаригама, которая мне очень сильно нравится. Я, получается, встретил... Вот она. Кусаригама Хагру. Я ее скрафтил у кузнеца. Она очень хороша тем, что у нее очень неплохие эффекты и при этом очень хорошая атака. По крайней мере, она круче, чем то, что у нас было. В первую очередь. И при этом... Говорят, что владелец этого замка, когда его осадили войска противника, взорвал себя вместе со своим знаменитым чайными принадлежностями. Самоубийство влюбленных, человек и чайник. Он был, наверное, весьма эксцентричным типом. Любитель чайных церемоний, значит. Короче говоря, мне повстречал... А сколько тут кодов? Тут 9 кодов должно быть, да? Я сейчас увидел просто на карте. Короче говоря, повстречался мне враг, который действительно очень жесткий, как по мне. На фоне всех остальных он выглядит реально жесткий. Это йокай, опять-таки йокай, но наполовину человек, наполовину ворона. Я не знаю, как они точно называются, но... Кто увидел? Понял. Знаешь, что я не сделал? Я одни купил, а хотя нет, купил, да, все есть. На этот раз у нас патрон будет побольше, потому что знаешь, что я сделал? Я наконец вкачал. Ух, ни хрена себе! Вы еще больше вырасти не мог, нет? Тихо.
Лечимся пока что. Так, против такой заразы нужно использовать уже кое-что посерьезнее, по-моему. Тихо. Банан. Мне вот интересно, отравление на них работать будет? По идее, не должно, наверное. Твою мать! А ну-ка, давай попробуем эту тварь побить ядом. Честно говоря, мне кажется, это плохая идея. Мне кажется, что такую тварь нужно убивать только огнем. Но моя магия меда слежит лучше. Вот смотри. Ага. Видишь вот эту вот огромную паутину на полу? Скорее всего, если бы я в нее вступил, он бы меня схватил. Мне кажется, что так бы оно и было. Давай его окружить. Прекрасно, да! Сзади еще мелкий вот этот. А, они меня еще замедляют. А если я еще попадаю в паутину, то это вообще джекпот для них получается. Так, стоим в защите. Средняя стойка для защиты самое то. И как только эта тварь открывает... Ну смотри, тебя действует, это плохо, по-моему, да? Очень быстро слетает. Да иди ты в баню. Так, средняя стойка. Средняя стойка для защиты самое то. Хорошо. Нет, плохо. Очень плохо, на самом деле. Очень плохо. Набунага, ты так и не научился видеть истинную ценность вещей. Жестокая смерть хозяина. Неверная, она породила зло, населяющее это место. Или стала для него приманкой. Вот опять-таки, интересно то, что, наверное, большую часть вот этих вот демонов люди... Возможно, смотри, возможно, люди видят тех демонов, которые были превращены... То есть люди, которые были превращены искусственно в демонов с помощью Авриты, скорее всего, их как раз люди видят. А вот тех, которые настоящие йокаи, скорее всего, люди их не видят. Ну, просто потому, что вот этот вот... сайт, смотри... просто потому, что, скорее всего... Да ж, сколько ж вас здесь, господи. Просто потому, что вот этот вот хозяин того дома, к которому мы приехали, он просто не видит всех тех духов, которые нас окружали. Что это? Какая гадость! Давай постараемся не лопать яйца, потому что в них, по большому счету, я не вижу ничего полезного. Ага. И сейчас как раз попробуем... Включить здесь ходом на исцеление, потому что, если честно, довольно сильные проблемы я испытываю с эликсирами. Я просто, на самом деле, забывал, что их нужно... Я, на самом деле, даже не знал, что их нужно включать. Мне говорили, что их нужно активировать, но я, честно говоря, думал, что один раз все-таки активировал, и на этом все. Но, видимо, я был неправ. Их нужно активировать на каждой локации заново. Угу. Короче говоря, смотри, я в предыдущей серии говорил, что у нас проблема была с броней и оружием. Точнее, с броней в основном, потому что нас очень сильно били. Короче говоря, сейчас проблем нету, потому что я нашел, вот, допустим, Кабута, 44 уровень, до 31, маловато. Кота 40. Короче говоря, я нашел всю броню, примерно нашего уровня, плюс-минус. Она неплохо нас защищает. Но все равно, так или иначе, нас все равно убивают очень быстро. Поэтому нужно максимально качественно уворачиваться. Угу. И вот еще что, смотри, я, получается, начал сейчас качать ловкость, нет, силу и сложение, потому что гениального стратега... А, у нас уже 54 уровень, потому что эти доспехи гениального стратега, они требуют... Ну, конечно же. Они требуют уже сложения и силы повыше. На самом деле я хотел докачать силу и сложение хотя бы до 15. Мне это интересно, всех вот этих паучков здесь вот другой человек будет видеть или нет? Потому что вот я сейчас так посмотрю, что я не вижу вот конкретно в этом месте, и я не вижу влияния Амриты на это место. Я вижу, что все юкаи, которые здесь сейчас обитают, пока что они вроде бы как созданы с естественным путем. Тихо. Надо быть аккуратнее, потому что мне кажется, что это паук. Ага.
что этот паук, который стоял возле двери, скорее всего, он там был не последним. Твою мать. С лучниками, кстати говоря, не очень удобно сражаться, потому что вот именно с чистыми лучниками, когда у них нет меча, потому что они, зараза, начинают... Тихо, родные. Они начинают отбегать. Да твою мать. У него это первая атака, она довольно быстрая, на самом деле, поэтому от нее увернуться иногда проблемно. Хорошо, давай тогда хотя бы ставить блок. Я на самом деле таких здесь уже перебил очень много. Просто потому, что было очень много побочных заданий на сражении с подобными товарищами. Включая задание с... Включая сумеречные задания, там надо было сражаться с такими аж с тремя штуками. Ну, не одновременно, конечно, просто надо было убить троих на локации. И знаешь, чем мне не нравятся все эти задания побочные? В первую очередь, они очень сильно не нравятся тем, что они заставляют тебя ходить по одним и тем же локациям. То есть от и до тебе приходится оббегать заново всю локацию, которая практически не меняется. Но тем не менее, я все равно буду это делать, просто потому что я хочу, чтобы у нас были везде стояли галочки. Что мы сделали это. Ну и плюс говорят, что если мы найдем всех кодом, а то нам что-то дадут. Что-то дадут за это под конец. Я хочу знать, что это. По-моему, надо было... По-моему, там можно было как-то пройти. Я, видимо, что-то не увидел, да? Этот путь, он ведет прямиком в замок. Ладно, сейчас сделаем так. Дойдем до замка. Если там действительно будет уже проход в сам замок, то надо будет повернуть назад. Мне вот интересно, как на месте вот того, скажем так, вот того человека, который не видит всех этих UKR. Хотя подожди, может быть самих UKR он и видит, может быть он не видит самих духов-хранителей. Как вариант, может быть духов-хранителей просто не видно для обычного человека, а UKR. Хотя, насколько мне известно, UKR тоже не должны видеть обычные люди. Я, кстати говоря, знаешь, что я еще сделал? Я прошел, помимо прочего, все испытания на Дудзё. Там было, на самом деле, уже поинтереснее, потому что там мне пришлось сразиться с Ханзу. С Ханзу и еще с одним человеком, которого вы еще не встречали, просто мастер меча. На уровне знатока пришлось с ними сразиться, чтобы они проверили наши умения и в итоге отправили... И в итоге дали возможность поднять еще навыки. Сраный паук! Тихо. Скотина! Я даже медленно ем лечилки из-за него. И при этом, смотри, сильная атака, я по нему плохо попадаю. Поэтому я все-таки сделал правильный выбор, когда решил убивать их низ, в низкой стойке. Короче говоря, на Дудзё там была возможность поднять свои навыки до уровня знатока, и это дало нам следующее. Я теперь могу, видишь, я могу тебе прокачивать кусаригаму, отдать, ну и прочие навыки до более высокого уровня. Поэтому у меня появились новые приемы. Вот, допустим, с помощью кусаригамы я могу в низкой стойке теперь сделать вот такой вот удар. Очень удобная штука, на самом деле, очень неплохая. Но я пока ее еще не придумал, как комбинировать. Для Адати у нас появился новый интересный прием. Называется «Две луны». Я сейчас вам его просто покажу, но использовать мы его не будем, потому что он немножко портит мне все. Получается, смотри, в конце комбо можно сделать два удара, которые описывают окружность луны. Выглядит это вот так. Во, прикольно. Я думаю, что это будет достаточно мощная атака, но понимаешь, в чем дело? У меня для Адати выработана... Подожди, земля? Ну да, земля. У меня для Адати выработана очень прикольная комбинация. Получается, смотри, я бью
парочка силовых ударов, а потом одним сильным ударом, который меня ставит в нижнюю стойку. Из нижней стойки я делаю еще несколько обычных ударов, переключаясь также в среднюю стойку, а в средней стойке я могу уже сделать еще парочку ударов и сделать вот этот удар по лицу, который должен высушить противника, либо же сделать, допустим, переключиться в нижнюю стойку, а потом из нижней стойки делать вот так. Так мне больше всего нравится делать, то есть обычное дело не доходит до... Не доходит до использования средней стойки. Но если дело доходит до средней стойки, там уже врагу некуда деваться. Дверь заперта, серьезно, нужно искать другой путь. Поэтому эти две луны, к сожалению, сюда никак не вписываются. Но зато они у нас есть. Помимо прочего, я прокачал чуть-чуть там несколько навыков, которые... Несколько навыков, которые позволят нам таскать чуть больше патрон, больше стрел. Но луком мы практически не пользуемся, но с мушкетой и... Аркибузы. Хотя, честно говоря, вот вместо аркибузы, я думаю, можно было бы и попробовать использовать что-то другое, я имею в виду лук. Угу. Да, видишь, эта атака, она хороша тем, что он именно немножко врагу подпрыгивает, а только потом проводит атаку. Удобная вещь, на самом деле, мне нравится, но опять-таки для кусаригамы у меня тоже все продумано. То есть на высокой стойке у меня идет вот эта вот мясорубка. Потому что, понимаешь, этот удар он делается тоже через блок. А блоки у меня идут вот эти вот удары. Здесь у меня в блоке идет парирование, а здесь уже вот такую вот атака. Так что, учитывая, что я кусаригамы в основном использую атаку. А, он наверху был, ты серьезно, придется возвращаться. Ладно. Хотя тут вроде недалеко, если эта дверь здесь будет... А здесь нет двери. Ладно. Тихо. Так, ну я понял. Нельзя вообще попадаться на эту... На эту паутину вообще никак. А, вот она, дверь. Угу. Можно сейчас будет как раз обойти, забрать этого кодома, чтобы не забыть про него потом. Давай-ка, знаешь, что сделаем сразу? Давай-ка активируем этого кодума, потому что мы уже двоих нашли, и продолжать двигаться без их поддержки, это уже не очень хорошо. Сразу, наверное, возьмем... Так, ты у нас, скорее всего, амбит, ты даешь, прошу вероятность не брони. Давай брать на исцеление. Так, мы нашли троих уже, ого. Будем брать на исцеление, потому что у меня, на самом деле, довольно серьезные проблемы с... Довольно серьезные проблемы я часто испытываю с тем, что мне просто тупо не хватает... Что мне просто тупо не хватает эликсиров. Я, кстати говоря, да, я еще повысил там один момент, который позволяет нам носить больше на один эликсир. И самое прикольное в этом то, что это все повышается в навыках ниндзюцу. То есть достаточно полезные штуки тут на самом деле есть. Но маги Амёдо... Кстати говоря, мы можем поднять что-то. Угу. Это для знатока. Тут есть такая классная штука, можно будет выпускать огненные шары. Ну-ка, ты выстрел. Вот этот, по-моему, да, надо будет попробовать вместо... А ну-ка, давай вернемся, попробуем поставить это вместо вот этих вот нашего яда, потому что яд здесь совершенно никак не работает. Можно было попробовать поставить амулеты огня, но опять-таки, они первого уровня, они хреново работают на самом деле. Так, Тены здесь подготовим дюцу, попробуем поставить то, что вот, вот этот талисман выстрела огня. Огня, давай попробуем. Очень интересно, как оно будет работать. Просто на додзё я пробовал это дело. Мне очень понравилось. Очень эффектно смотрится. Ладно, давай попробуем. 528 урон. Это, знаешь, это из разряда... этого... как называется? Из разряда огненной бомбы просто. Неплохо работает, но... Наверное, все-таки было бы лучше... А хотя ладно, идем пока походим так. Наверное, лучше было бы, конечно, использовать талисман огня. Все-таки нам просто первого уровня, в этом-то вся проблема, по большому счету. А, смотри, при приземлении он тоже бьет. Очень хорошо. Так, а теперь ты. Давай-ка попробуем его уничтожать с помощью кусаригамы. Более скоростного оружия. Так, пилюля. Получи. Нет, это тоже неэффективно, ничего. Ух, беда. Т
100 твою дивизию. Нифига не эффективно это все, я имею в виду. Огонь. Нет, ну, в принципе, работает неплохо, как отдельный вид. Слушай, а вот очень неплохо работает кустригаун против всех этих. Хоть и ты и я видим одни и те же вещи, ты всегда видел в них лишь внешнюю сторону. Это место, оно, смотри, оно просто впитало весь тот негатив, который был во время того, когда здесь было сражение. Оно просто... Отдайте рай. Оно просто хранит в себе все эти негативные воспоминания, и в итоге они переродились в виде ЮКФ. Вот, вот таких вот. Я тебя понял. Так, на высокой стойке я по ним вообще не попадаю. Знаешь, чем дальше мы заходим, тем места все более и более запутанные становятся. Зараза, да чтоб тебя! Гори в аду. Знаешь, кстати, на додзё... на додзё хоть вроде бы как все и понарошку, то есть тебе дают деревянный меч, там деревянную кусаригаму, деревянный этот самый... Адати, допустим, и говорят, сразись. Сразись с моими учениками, но Ханзо, похоже, подошел к этому вопросу более серьезно. Он дал мне настоящие сюрикены, и вроде бы как там все должно было быть понарошку, но у людей головы отлетали к чертям собачьим. И когда там уже все было в мясокровище, все додзё, Ханзо сказал, ладно, все, хватит. Я даже усомнился, там действительно была тренировка, или я сейчас поубивал кучу народу. Слушай, неплохо, очень неплохо. Скоростные приемы против пауков как раз самое то, я считаю. Прекрасно, слушай, очень вовремя этот навык прокачался у нас. Очень полезное, смотри. Мало того, что он очень мощный. То есть ты просто проводишь вот такую серию атак, а потом добиваешь верхний, очень удобно. Или же если тебе нужно отскочить, то можно просто закончить этот удар, допустим, вот так, а потом вот так. Как вариант. Господи, я, честно говоря... Так, вижу пуф. Можно пробовать, кстати говоря, пристрелить в пузо. Юха. Угу. Так, я к вам уже немножко привык, так что не думаю, что вы доставите мне какие-то проблемы сейчас. Надо все-таки менять на... Либо назад на ниндзюсу. Ниндзюсу, понимаешь, у нас ниндзюсу уровня знатока уже вроде бы. А магию меда я не могу прокачать выше. Хотя она мне нравится больше, но... Надо остановиться на ниндзюсу и уже таскать с собой... Отравление или... Прошу, прошу, защитите нашего господина и этот замок. Ты понимаешь, что произошло, да? Смотри, получается, когда здесь вокруг что сражение... Это же 67 уровень, посмотри. Эта женщина просто сидела и молилась у алтаря, прося богов защитить всю здесь. Всю здесь. То есть, представь, женщина просто сидит, к ней вламываются и начинают просто жестоко убивать. Ненавижу. Мне это немножко... Это как, знаешь, как в Титанике было, когда музыканты играли свою песню, когда пока Титаник тонул, здесь было то же самое, когда все вокруг взрывалось, люди умирали, женщина сидела и молилась. Ужасно. Тем не менее, ее мысли были... Если я буду идти по этой нити, всех сокровища... Ух, елки-палки. Слушай, а мы туда, походу, можем спуститься, да? Но не будем. Пока что не будем. Кстати, вот я не знаю, я себя перепроверял. Возможно, вы мне уже, конечно, издали подсказку, но проблема в том, что я еще не выпустил предыдущую серию, когда записываю эту. Поэтому скажу следующее. Я себя проверил в плане круга стихии, и все-таки я был прав. Там действительно все так, как я вам говорил, то есть огонь против воды, вода против... воздуха, воздух против земли, в смысле вода против земли, земля против воздуха и так далее. Ну, как-то так. И, в общем, короче, суть в том, что
А, ну идем сюда. Ага. Зараза. Суть в том, что здесь это работает как-то совсем по-другому. То есть почему-то огонь хорошо бьет воду в тот момент, когда вода, огонь бьет не очень хорошо. Но молния бьет неплохо землю, хотя должно быть, по идее, наоборот. То есть молния, это вроде как, это должно быть из разряда магии воздуха, я так думаю. А воздух, он, по-моему, не против земли, там наоборот, там земля против воздуха. Даже если вспомнить аватара Аанга, помнишь, то там ему очень плохо давалась как раз магия земли. Не просто так, потому что это его противоположная магия. Он не мог ее изучить просто потому, что это была его противоположная магия. Так как сам Аанг был магией воздуха, то магия земли была как бы для него неестественна, в отличие от всей остальной, и она ему давала сложнее всего. Соответственно, магия молнии здесь вроде бы как позиционирует себя как магия воздуха, но почему-то она хорошо справляется с магией земли, я не понимаю. При этом здесь есть враги, которые реально очень жесткие. Это вороны. Как этот человек здесь умудрился умереть? Это вороны, которые, слушай, давай-ка все-таки поставим себе на вот сюда вот вместо камня, либо... Слушай, а я могу? Нет, я не могу. А, поставим себе... Кстати говоря, у меня тут куча локонов, между прочим, которые мне надвали на этом самом, на додзё. А, о, у нас есть Харакудам, отлично. Прекрасно, я думал, что у нас уже нету ничего такого. Туда поставим, на правую кнопку поставим отвар из цицидии для отравления. Ух ты, мать! Неожиданно. Угу. Очень жалко, что не могу парировать таких товарищей. Только людей. Рогов демона, кстати говоря, у меня довольно много, там около 20 штук, но они используются в крафте. Короче говоря, здесь есть какие-то люди-вороны, которые очень жесткие на самом деле, с ними действительно сложно справиться, но они используют магию воздуха, и при этом я против них пробовал использовать все, что угодно. И магию воды, и магию... В первую очередь я попробовал использовать молнию... А, подожди, нет, не молнию, а этот... землю я попробовал использовать, мне показалось, что это будет самое эффективное против них. Ну, нифига подобно. Оно как бы эффективно, но ну, допустим, не бьет их на... Там, по 100 единиц, по 200, нет. Бьет по 50 в тот момент, когда остальная магия бьет вроде как по 30, по 40. Странно, на самом деле. Я даже подумал, что на них вообще ничего не работает толком. О, ниндзя. Достаточно неприятные товарищи, кстати говоря. Потому что, когда ты к ним пытаешься к ним подбежать, они очень дерзко от тебя убегают. На удивление, несмотря на свои размеры. Да твою мать, я не успеваю блок поставить. Он меня бьет прямо в момент, когда я пытаюсь вылечиться. Сурза. Еще паука достали из кокона. Понимаешь, здесь надо действовать на пулисти. Я уже понял этот момент. То есть не просто бегать от врага, это ни к чему хорошему не приведет. Здесь нужно действовать именно на пулиста. О, отлично. То есть, когда ты более уверен в своих силах и начинаешь просто давить врага, вот тогда у тебя гораздо больше шансов его победить, даже если он такой вот огромный, как вот этот Юкай. Так, погоди, ключ. А мы сюда еще не ходили. Ключ это, походу, от того места сверху, да? Но мы пока туда не пойдем, здесь еще есть на что посмотреть. Вот видишь, а если с ним получается сюсюкаться и пытаться как-то крутиться, вертеться вокруг него, можно потерпеть фиаско. Вот эти тоже не очень приятные товарищи. Но справиться можно.
Но не так, конечно. Тебе просто повезло в прошлый раз. Угу. Слушай, на самом деле я вот что решил. Я хочу по максимуму использовать все наше преимущество ниндзюцу. Мне кажется, что это все не про... Смотри, работает прекрасно. Я, честно говоря, думал, что не будет работать. Потому что не получалось. Смотри, работает еще как. О, прекрасно. Класс. Я просто только что попробовал это дело на пауках. Оно не сработало. Вот что меня смутило, понимаешь? Ты посмотри. Он сильный. Сильный и достаточно гибкий для своих размеров. Но, тем не менее, справиться с ним можно. Ох, хорошо, дерево можно будет использовать для того, чтобы сделать превосходное дерево потом. А потом сделать какое-нибудь оружие. Ага. Короче, смотри. Мы прокачиваем... получается, что мы качаем? Сейчас я скажу. По-моему, ловкость влияет на ниндзюцу, если я не ошибаюсь. То есть магия меда, она влияет на силу амеда. Ловкость, которую я вкачал уже до 15, она очень сильно влияет на ниндзюцу, на нашу кусаригаму. И вообще она нам очень сильно подходит. Поэтому наше преимущество в наших ниндзюцу должно быть, потому что чем выше я буду прокачивать этот навык, тем сильнее будут становиться наши ниндзюцу. Тем более сейчас их можно будет, когда у меня как бы станет чуть больше, можно будет прокачать до второго уровня вот этот отвар из цидии, или, допустим, вот это вот, как это называется, сейчас вам скажу. Вот этот порошок медузы, он, получается, всех парализует. Я не использовал его просто потому, что... Это же Нобунага. Он без малейшего колебания перебьет и женщин, и детей. Надо как можно скорее отвезти их в подземелье. Да ладно, я про Ода Нобунагу был более хорошего мнения на самом деле. Я очень плохо разбираюсь в японской истории, но Ода Нобунага даже мне известен просто тем, что он, по-моему, сделал для его не гораздо больше, чем кто-либо. Неужели он был настолько жесток? Я ничего по этому поводу не смогу сказать, на самом деле, потому что я не знаю, не разбираюсь, к сожалению. Так, погоди, где-то там был. Он, наверное, внизу, да? Да иди ты в баню, мы с тобой уже разбирались. Угу. Он, видимо, где-то там сидит. Подземелье. Ну хорошо, давай сходим. Все равно, скорее всего, это самое нам еще пока рановато. Пока мы здесь не закончили. К тому же, может быть, да нет, вряд ли. Вряд ли кто-то остался здесь. Ух ты, зараза! Да чтоб ты сразу, ублюдочный паук. Будем знать, что эти твари, значит, сидят и на потолке. На самом деле, я должен был к этому быть готов, конечно. Так, ну-ка. С аркебуза бы в него стрельнуть, что пала не показалось. Нахрен с ним, у меня аркебуза, на самом деле, не очень хорошая. Поэтому я ей пользуюсь нечасто. Я уже несколько раз пробовал себе сделать новую, сиреневую, но не получается. Я не понимаю, почему мне постоянно выпадает... Ох, ёлки-палки. Мне постоянно выпадает какая-то паршивая, белая чаще всего почему-то. Хотя модификатор довольно высокий на то, чтобы получить сиреневую. Да зараза! Ты посмотри на эту тварь. И это при том, что я использую против них ниндзюцу на... Ниндзюцу на этот самый, на паралич, но все равно, видишь, оно работает плохо. Я не совсем понимаю, почему. Возможно, это, знаешь, почему? Возможно, это потому, что оно должно накапливаться. То есть ты кидаешь, и они должны постоять в этом тумане какое-то время, чтобы оно накопилось, и тогда оно сработает. Может быть, в этом суть. Но я, честно говоря, не верю. Вот давай проверим на скелете. Видишь, да, оно накапливается, и в итоге он попадает в паралич. Да. Пауки, видимо, слишком резкие, и они просто не получается их долго держать в этом... Ружье, ого, ну-ка. У нас, это, о, класс. Мы как раз используем Кунитому, но это более сильная ее версия, прекрасно. Ружье очень хорошо на самом деле работает. Подожди, а мы еще используем аркебуза, а у меня есть аркебуза, вот
такая. Посмотри, урон сразу становится 401. Дополнительный урон от ниндзюцу. А тут это, видимо, из него как раз получается. Ну хорошо, давай. Я просто... Слушай, очень классно выглядит. Ну-ка, дай-ка посмотреть поближе. Круто. Очень круто. Очень мощная штука на самом деле. Ей надо пользоваться почаще. Особенно если я вижу, что кому-то можно засадить издалека. Кстати говоря, вот этого можно... Неестественная смерть, что это значит? У ружье, кстати говоря, тоже от... зависит от нашего навыка ловкости и так далее. Ну, я имею в виду от навыков ниндзюцу и тому подобного. Так, погоди. Явно нарывается. Получи, успокойся. Так, силен, ничего не скажешь. Но так как у нас есть парирование, долго ты не протянешь. Угу. Обрати внимание, это всех, кого увели, спасаться в шахтах, а до них все равно добрались. Там есть еще другие шахты, с другой стороны, я так посмотрю. Но здесь пути туда нету. Нам нужно, видимо, возвращаться к дверям, открывать дверь. Давай попробуем. По идее, да, ключ должен подойти. У-у-у. Значит, где-то с этой стороны... Так, у нас есть два пути. Получается, мы можем пойти, видимо, сразу прямиком. Так, давай-ка для начала здесь постоим. Я, кстати говоря, сейчас еще прокачался чуть-чуть. Я докачал силу до 15, так что теперь у нас... может быть, еще сложение стоило бы докачать до 15, а потом надо будет докачивать, наверное, ловкость до 20, потому что я получаю действительно очень много полезных вещей, особенно самое главное, что я получаю за это, во-первых, урон кусаригами, который для меня очень важен в данном случае, и самое главное, что я еще получаю... Так, ворон — это плохой признак на самом деле. Я получаю еще навыки для ниндзюцу. Если честно, ниндзюцу — это очень неоспоримое преимущество. Я уже это прочувствовал, серьезно. Вот я довольно много испытывал проблем, допустим, с врагами вот этими огромными, которые бьют элементальным уроном, там, допустим, ну, которые бьют еще языком, помимо прочего. Чукнутый старик. Это таким образом он хочет отплатить господину Набунаге за его доброту? Неужели ему наплевать на жизнь его вассалов и их семей? У них были разногласия. Я понял. То есть не просто на ровном месте, все-таки были на это какие-то причины. Значит, для всего, что здесь произошло, были определенные обстоятельства. Я тебя понял, хорошо. Короче говоря, я испытывал проблемы с подобными йокаями, но сейчас, когда у нас есть вот это... Чё ж ты не видел, зараза? Когда у нас есть способность, возможность их... кинуть на них паралич. С ними стало справляться очень просто. Угу. Вот эта атака ногой, она на самом деле, ну, я имею в виду, когда он втыкает вот эти в землю, она слабенькая на самом деле, но она прикольная тем, что когда... что все атаки, все серии атак, которые я вливаю во врага, оно их высушивает. И в итоге, когда дело доходит до вот этой атаки, получается, что у них на эту атаку, у них просто не остается никакой выносливости, никакой ки. Получается, что этой атакой я могу просто еще в воздух поднять. Это довольно зрелищно выглядит. Поэтому оно мне довольно сильно нравится. Надо будет вам как-то продемонстрировать на каком-то обычном ЮКЭ, как это работает. Допустим, ты будешь мне только стрелять с лука, или, может быть, все-таки сразишься со мной, а? Ну, давай тогда так его зарубим. А, он не выдержал. Ну, короче говоря, если бы он попытался бы все это дело заблокировать, у него бы не осталось бы никакого... Да что у нас все сраные пауки? Ненавижу! А здесь все заросло паутиной, ты смотри, я даже не заметил. Я думал, что здесь нету пауков.
Тем не менее, давай-ка знаешь, что сделаем? Давай-ка перед тем, как идти дальше, я предлагаю сначала еще осмотреться в округе, потому что здесь явно есть еще на что посмотреть, потому что там... это именно тот замок, в который нам надо было идти, и, скорее всего, нужно подниматься выше. А здесь, вот, смотри, здесь еще есть на что посмотреть. И знаешь что? Мне кажется, что нужно сначала повзрывать эти яйца, потому что когда я сейчас тут начну сражаться с этим сраным пауком, то я буду кататься тут кругом, в итоге я поломаю все яйца, и все эти мелкие паучки мне жизнь испортят. Ага. Тихо. Они хоть и мелкие, но они очень грустные тем, что они кидают все такое же замедление, как и большие пауки. Умирают легко и практически не наносят никакого урона, но именно замедление. А с учетом того, что здесь еще вот этого дела, то есть паутина кругом разбросана, то есть еще плюс это замедление, будет совсем беда. Но знаешь что, у меня есть идея. Сейчас мы... Ой, да чтоб тебя, ну, Вильям, ну какого... Почему ты не отпрыгиваешь? Я не понимаю. Короче, кидаем паралич и заставляем их просто находиться в этом туманчике. Должно сработать, я так надеюсь. Да? Нет? Превосходно. Но, честно говоря, против таких размеров надо все-таки брать отдать, несмотря на все. Ага. Тихо-тихо-тихо, паралич, кстати говоря, сработала плохо, мне не понравилось. Она сработала плохо, потому что я пауков не могу удержать в пределах этого дымка. Не могу я их удержать в пределах этого дымка, это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что он на них в принципе не работает почему-то. Да твою мать, что ты делаешь, Уильям? Так, беда, надо уходить отсюда. Здесь яйца, если я сейчас еще мелких достану. Ты посмотри на эту дрянь. С усыми лопами огромными. Но. Ешь! Не знаю, я испытываю какие-то серьезные проблемы с пауками на самом деле. В играх они меня не пугают, но в жизни я их еще, ко всему прочему, боюсь довольно сильно. Скорее, они мне противны, чем я их боюсь. И вот конкретно здесь они меня... Мой Хирогума, давай же засыплем их искрами нашей смерти и вместе отправимся в ад. Все понятно. Короче говоря, вот конкретно с пауками здесь я испытываю серьезные проблемы. Против них не работает паралич толком, не получается плохо использовать. Надо будет посмотреть, что еще ниндзюцу нам предлагает интересного, кроме бомб на паралич. И Годома здесь среди всех этих, среди трупов. И этих отвратительных яиц. А, и еще, слушай, нам ведь надо, получается, уже идти, наверное, сюда, наверх этой башни, так понимаю, да? Но понимаешь, в чем дело? Мы же еще не все смотрели там, внизу, по идее. А ну, идем пока что вниз. А, мне кажется, что... Во-первых, там еще целая куча есть мест в шахте. Нужно найти туда проход. Еще есть... Я уже пытался возвращаться, кстати говоря. С той стороны еще было какое-то огромное пространство, можно было походить, но... Я думал, что туда можно как-то обойти с другой стороны, но нас куда-то постоянно отводит. А, ну. В первую очередь я хочу... Понять, приведет ли это нас в шахту! Да, можно спастись, кстати говоря, когда ты находишься на... краю пропасти тебя выкидывают, можно спастись на самом деле. Если успеть сделать вовремя перекат. Банан. Так, давай сразу откроем. Угу.
Тихо. Прекрасная атака. Против пауков работает как надо. Ты подпрыгиваешь, и они в тебя не могут плюнуть. У нас не было шансов на победу. Отдай честь роду за какой-то чайничек. Почему он не отдал этот злополучный чайник на Бунаги? Блин, на самом деле интригует. Очень интересно будет узнать, действительно ли в истории была такая ситуация с чайником. Зараза, господи, как я ненавижу этих пауков, они какие-то ненормальные здесь. Так, аккуратно. Еще мелкого. О, прекрасно! Я не позволю тебе завладеть этой вещью, Набунага. Она не будет твоей и не сделает тебя сильнее. Такое впечатление, словно у них был какой-то принцип, как, я не знаю, какая-то принципиальность. То есть было у него было то, что нужно было, то, что хотел Набунага. А он не хотел отдавать это Набунаге просто из-за принципа. И вот, короче говоря, вот на этой почве все началось, похоже, да? Слушай, нам надо на самом деле уже идти внутрь замка, я так понимаю. Но мне кажется, что мы далеко еще не все смотрели в округе, поэтому я сейчас здесь еще похожу, может быть, что-то найдем, и только потом уже отправимся в замок. Слушай, я бежал это место уже вдоль и поперек, и я не могу найти путь там, за стенку. Единственная, какая у меня есть идея, так это, может быть, попробовать спрыгнуть сюда, но мне кажется, что если я это сделаю, я просто тупо сломаю себе все... Короче, давай просто сделаем. Вот она. Честно говоря, неожиданно. Я был уверен, что если я сюда спрыгну... Хотя, знаешь, что я уже... Я, кажется, начинаю просто понимать, как работает здесь все это дело. Я уже даже быстрее, уже все патроны выстрелил из этого самого. Так, я не хочу, чтобы эта тварь на меня прыгнула, поэтому я применю крайние меры к ней. Угу. Короче говоря, мне кажется, что я уже начинаю понимать, как это работает. То есть, смотри, здесь пропасть, которая может тебя убить, она выглядит специфически. То есть, в ней просто ничего нет, когда ты в нее смотришь. А здесь, когда ты смотришь вниз, то здесь было просто видно, что что-то есть. Поэтому здесь вполне... Да, поэтому у меня, собственно, возникла идея, что, может быть, если я сюда спрыгну, то, может быть, мы выживем. Но... Тихо, 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 тихо. Если что, потом купим патроны на аркебузу у кузнеца. Потому что по-другому эту тварь снимать я пока не знаю как. Знаешь, я вот сейчас пока что... Пока бегал туда-сюда, я понял одну такую истину, что... вот эта наша штука, господи, как она называется, порошок медузы, который на паралич, он неплохо будет работать против больших йокаев, вот как вот тот с длинным языком, но... Ох, елки-палки, здесь еще, оказывается, огромное место. Мы не нашли, кстати говоря, по-моему, трех кодов, а это седьмой, еще двоих надо найти. Короче говоря, очень плохо, по-моему, будет работать паралич. Вот, допустим, если я захочу на боссе попробовать посражаться с параличем, это будет плохая идея, скорее всего, просто потому что... Банан. Беги! Что ж ты так долго так замахиваешься, ёлки-палки? О, беда. Там еще большой пришел. Сейчас бы самое время использовать духа хранителя, серьезно. Там еще сзади паук. Тихо, 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 тихо. Нет. Духа хранителя не будем использовать. Просто сбежим отсюда к чертям собачьим. И возьмем в руки, наверное, сейчас Адати. Адати и среднюю стойку. А, банан. Лежать, тварь. Повезло, что тот большой сюда не пришел. Слушай, а я по маленьким не попадаю. В средней стойке я не попадаю по маленьким. Понятно. Я просто думал, что если я буду бить так на отмаш, то я буду попадать по всем подряд. Я
Лишь я способен оценить истинную красоту Хирогумо. Чтобы по ним попадать, нужно было использовать низкую стойку, все понятно с тобой. Угу. Катастрофа. Пока что это самые жесткие враги. Да ходите, вру. Та ворона, она все-таки жуще на самом деле, сильно жуще. Просто вы ее еще не встречали, она была в одной побочной миссии. Я вам ее покажу, и вы тогда поймете, почему я так сильно ненавижу эту ворону. Она серьезно, она очень больно бьет. И с ней сложно справиться. Но если использовать против нее паралич, то, скорее всего, тогда будет с ней справиться легко. Потому что она, пока к вам дойдет, она успеет. Она успеет на этот самый паралич накопить на себя. Но мне кажется, что лучше использовать все-таки какое-то элементальное оружие, которое вливает вот сейчас вот уже урон. Потому что пока паралич накопится. То же самое касается отравления. Потому что, когда... Пока я... Не убил! Серьезно! Ух! У меня уже там вся грудь вашими, блин, лапами истыкана! Заразы! Ты посмотри. Нет, ну ты видел такое. Получи просто грузиком по лицу. Короче говоря, отравление херово тем, что его нужно накапливать. Если сражаться с боссом, то ему нужно будет нанести очень много последовательных атак, чтобы получилось... Да что ж такое, я забываю наверх смотреть. Это меня погубит в очередной раз. Короче говоря, с боссом получается сражение выглядит примерно так, что ты просто бьешь его один раз и убегаешь. Ну, два раза максимум. То есть от отравления там толку совершенно никакого. А тем более, ты от него постоянно бегаешь, и поэтому паралич, от паралича тоже толка никакого. Поэтому все эти ниндзюцу на боссе работать толком не будут. Поэтому нужно будет отобрать что-нибудь другое. Там, бомбу, например, или, опять-таки, вместо отравления... Круче всего будет взять сюрикены с кунаями, скорее всего, и их затачивать на отравление, чтобы можно было сдалека их кидать, и чтобы отравление накапливалось именно с помощью их. Именно с помощью их атак, потому что подойти и ударить кусаригамой, это гораздо проблематичнее будет, чем закидать просто кунаями, чтобы накопить отравление, допустим, то же самое. Вот если отравление накопится, вот оно будет бить сильно, да, тут спору нет. Кого угодно будет бить сильно, но... Вся проблема в том, чтобы его именно накопить, понимаешь? Поэтому все это ниндзюцу на паралич, на отравление и прочее подобное будет очень плохо работать против боссов. Против них лучше всего работала бы, допустим, магия Амёду, то есть там много элементальных атак. Поэтому надо посмотреть, что еще ниндзюцу нам предлагает, кроме паралича и отравления. Наконец-то, господи, я в это место очень долго пытался попасть. Я видел его вот оттуда, вот смотрел, с тех вышек сюда смотрел, но все никак не мог понять... Как сюда пробраться? И здесь кругом вороны Келли, что самое интересное. Мне кажется, что он с их помощью за нами наблюдает. Угу. Я не хочу убивать того товарища, потому что у меня на самом деле просто нечем. Можно лук, кстати говоря, с собой носить, потому что для лука у меня гораздо больше. А, ну подожди, может здесь еще что-то есть? Мне для лука просто гораздо больше снарядов я могу с собой носить, но они не такие сильные. Все-таки мушкеты, аркебузы, ружья, они стреляют гораздо более сильными снарядами, чем... Чем лук. Как бы спору нет. Угу. Та зараза! Главное, это этому ублюдку не дать возможность по мне ударить, потому что он умирает легко, но убивает он тоже легко. То есть там буквально один удар, два удара, я даже скажу, скорее всего два удара его топором я не выдержу. Один удар я еще как-то переживу, но два удара это будет уже слишком. Зак, ну давай.
Честно говоря, сражаться с... Сражаться с отголосками воинов на самом деле не так интересно, как могло бы быть. То есть, если бы им все-таки управлял настоящий человек... Я хоть и понимаю, что конкретно это НПС, но... Если бы все-таки теми могилами, которые остаются от людей, допустим, если бы ими все-таки как-то управляли люди, было бы интереснее. Поэтому я надеюсь, что здесь все-таки дойдет до того, что люди будут как-то посещать мой мир. Но я, честно говоря, я не уверен на самом деле, как это будет вписываться, конечно, в общую тематику мира Нио, но все-таки... Так, подожди, низкая стойка, я не смогу парировать. Поэтому придется его просто избить. Я, кстати говоря, прошел уже несколько заданий сумеречных. Натаскал для кузнеца уже целую кучу всяких чертежей. Она, по идее, она может уже создавать очень много разных оружий. Ага. Иначе мертвые не успокоятся. Да, вот что-то вот такое вот нам надо. Вот, допустим, зачарование на землю тоже неплохо. О-о-о-о-о. Я его даже на карте не увидел, честно говоря. Зачарование на землю неплохо работает. Все это есть магия Амёда на самом деле. То есть земля, молния, воздух, все это, все эти элементальные способности в Амёду. Хоть бери и качай магию. Ну серьезно. Если я буду качать магию, то я буду просто ни рыба, ни мясо, понимаешь? Я буду, получается, просто набор минимальных скиллов. Это плохо сказывается. Кстати говоря, это же правило может неплохо... Тут так же работает и в реальной жизни. То есть, если ты начинаешь распыляться на целую кучу разных дел, то получаешь... То ты просто превращаешь себя в набор минимальный... В минимальный набор разных скиллов. Когда возможно, лучше начать себя качать в какой-то определенной стези. Потому что быть крутым во всех делах сразу, думаю, вряд ли получится у кого-то. Хотя, может, у кого-то и получилось бы. Именно поэтому я себя, на самом деле, очень долго пытаюсь найти. То есть... О да, уже захватил лучшую часть замка. Дух Хирогума был настолько силен, что сохранил даже в 1000 осколках. Пожалуй, сам Хирогума и одержимость им его хозяина в чем-то заслуживают восхищения. Именно из-за того, что человек не может быть хорош абсолютно во всем, я и пытался в свое время когда-то овладеть сначала программированием, потом рисованием, потом музыка. И все время себя казнил за то, что я не мог довести ни одно дело до конца, черпать или слушать. Давай не будем провоцировать пауков. Хотя вот туда нам надо как-то пробовать. Слушай, а мы вроде бы как можем, да? А, там лестница, то есть я могу... Я понял, я сейчас, получается, смогу залезть наверх. А там, по идее, можно будет спуститься, да? Ага, я тебя понял. Единственное, что меня напрягает сейчас... О, хорош! Отличный выстрел! Чуть не сказал Андин. Уильям! Ага. У нас, кстати говоря, там, по идее, сейчас очень много навыков Агё и Юнгё. Надо будет прокачать их потом, не забыть. Ёлки-палки, нужно низкая стойка. Кстати говоря, в принципе, Адратия с низкой стойкой тоже может по ним попадать, я так думаю. Капец, ты посмотри. Есть абсолютно все в пути. Мне кажется, что там будет что-то вроде... Если получается у...
У одного из этих повелителей раскололась душа на кучу осколков, и они олицетворяли с собой пауков. То, скорее всего, последний осколок будет тоже в виде паука, да? А ну-ка, давай попробуем, как это будет. Хорошо, да. Вот на таких врагах это работает отменно на самом деле. Скорее всего, на тех воронах тоже работало бы как надо. Я, кстати говоря, ее в первый раз встретил, по-моему, просто в обычном каком-то побочном задании. Ну, имеется в виду в обычном задании, которое просто заставляло меня опять вернуться на старую локацию, но только специально за уничтожение именно этой вороны. А потом в сумеречном задании, где их было уже много, и они были достаточно сильны. Прекрасно. У нас проблема. У нас очень мало эликсиров. Несмотря на то, что у меня здесь активирован Ходома на целителя. Кстати говоря, еще один, он где-то здесь должен находиться. Несмотря на то, что у меня активирован Ходома на целителя, все равно у нас как-то не получается их собирать совершенно. Вот он где-то слева, скорее всего, где-то наверху слева должен быть, мне так кажется. Вот где-то там, да? Ух ты, зараза. Угу. Я, кстати говоря, еще пока что не нашел способы против стен. Стены, я так понимаю, у них загораются глаза красным, и по идее, если используют жест из красного, то есть я имею в виду, допустим, у нас есть желтые, синие, красные жесты, вот, допустим, угрожать, дразнить, вот если что-то из этого использовать, то по идее должно сработать на стене, и она должна... должна тоже отступить. То есть ты ее ударяешь, смотришь на то, каким цветом у нее светятся глаза. О, посмотрели все ходом. Смотришь, каким у нее цветом светятся глаза, и, соответственно, потом просто используешь жест этого цвета. Но не всегда срабатывало, к сожалению. Один раз сработало, а второй раз... Я два раза так пробовал сделать. Один раз сработало, а второй раз, когда я наткнулся на такую стену, не получилось. Я не понял, почему. Либо я использовал не тот жест, либо все-таки цвет глаз стены не играет никакой роли на то, какой жест нужно использовать на самом деле. Надо будет еще понаблюдать. Как с тобой неудобно здесь сражаться. Должен тебе доложить. Плохо еще то, что их атаки выбивают из паралича. Короче, паралич, в принципе, неплохая вещь, но против нас она работает лучше, чем против врагов. Поэтому надо будет еще посмотреть, чем мы можем ее заменить. Какой-нибудь элементальной атакой из ниндзюцу. Думаю, это было бы лучше. Так, смотрим наверх. Потому что мало ли... Нет, я не могу тебя оставить позади. Хоть я тебе уже и надирал задницу, но я не хочу, чтобы у меня позади оставались враги. Это достаточно глупая идея и опасно. Если у тебя позади за спиной остаются враги, то... При отступлении... При тактическом отступлении могут стать проблемой. Ну понятно. Кто бы сомневался. Тихо. Давай сразу попробуем, может, это сделать. Во-первых, гадати. Во-вторых, паралич. Работает? Очень плохо. Посмотри, как долго оно нагнетается. Короче говоря, паралич против боссов использовать вообще невыгодно. Совершенно. Ее нужно бить по заднице. Как бы это странно ни было бы. Даже если я сейчас запущу Адати на отравление, то это будет все равно тоже плохая идея, потому что... Да, зараза.
Потому что это отравление я просто не смогу... Не смогу нагнетать на ней. Сейчас попробуем вообще не использовать никакие... никакие эти самые, ни яды, ничего подобного. Я решил попробовать использовать... О, прекрасно. Кое-что поинтересней. О, господи, как это отвратительно. Я решил использовать кунаи и взрывающиеся сюрикены. Посмотришь, как это будет. Эх ты, зараза, посмотри, как это будет выглядеть. Мне кажется, что это будет довольно интересный опыт. Тихо-тихо-тихо, родная. Вот сейчас вот, если бы она так сделала бы, можно было бы попробовать закинуть ей в задницу сюрикен. В смысле, кунай. Ага. Больно, да? У кунай показывается очень хороший урон на самом деле. Просто невероятно хороший. То же касается сюрикена. Чуть-чуть меньше, то есть можно взять с собой только кунай и сюрикены. То есть их будет 7 штук одних, 7 штук других. И в принципе достаточно, чтобы закидывать врагов. Просто закидывать их. Зараза. Короче говоря, мне кажется, что использовать как раз вот подобное оружие будет лучше, чем использовать какой-то там яд. Тем более, честно говоря, я ничего... Ничего лучше там не увидел, что можно было бы вкачать. Угу. Зараза. Она наносит 3 атаки. Надо успевать забежать ей за спину за 3-ю атаку. Во, прекрасно. Да твою мать, скотина. Если я ей в лицо аркебузы стрельну, ей это понравится? Как думаете? Угу, я тебя понял. Ей его так нравится, когда я делаю. Зараза, я не успел ее зарядить. Давай, удиви меня. Здесь зато есть где развернуться. Уже неплохо. Собака. Я думаю, что если я смогу стрельнуть ей в задние сорки бузы попасть, то... Ее это чуть ли не моментально убьет, мне так кажется. Ой, хорошо так. Чисто случайно, похоже, я попал прямо в задницу, да? Тихо. Нет, ну кунай, конечно, против нее не очень хорошо работает. Вот взрывные сюрикены работают лучше. Просто потому, что они наносят урон огнем, в первую очередь. Тихо, тихо, тихо. Так, тебе придется в блоке отсиживаться и в воротах. Пока что. Так, из-за того, что у меня нечем лечиться, я немножко растерялся. У меня есть там и синдзуку лекарства, но... Их еще подготовить надо успеть. И духа я использовать не буду. С духом это 100% победа. А так, еще непонятно кто кого. Да, зараза? Ты посмотри на нее. Есть! Бесится? Конечно. Надо взять более легкую стойку, среднюю стойку как раз. Она, конечно, лучше для защиты подойдет, но все-таки скорость у нее повыше будет. Я успею ей нанести удар. Да. Вот оно самое. Собака наплевалась, кругом паутина, я не могу успеть забежать. Давай.
Удиви меня, у тебя последний шанс. Все, без шансов. Какой ужас, какой кошмар. Где же рассыпаны осколки моего разбитого я? Ладно, идем отсюда. Довольно гнусное место, на самом деле, не понравилось. Очень запутанное, очень запутанное. Не понравилось, в кавычках. Кто ты? Вот это да! Ты тоже их видишь, не так ли, чужестранец? Этот чайничек зовется Хирогума, плоский паук. Позволь мне заварить для тебя чаю. Не любишь чай? Неважно. Ты интересный человек. Проходи в мою чайную комнату. Будь как дома. Нобунага говорит, что я совершил 3 смертных греха, убил своего владыку, убил сёгуна, сжёг гигантского Будду. Думаешь, простак ради тебя смог бы меня увидеть? Можешь звать меня Данзо.